пока Алас скрывается на лодке, на которой он сбежал, заявление Рюдгара в полицию шокирует Серхан. В то время как Аси и Джусер обвиняют Ямана в показаниях, которые он дал в полицию, у Алаза также есть новое признание своему отцу Серхану. Чагла просит помощи у Джесура, узнав, что ей запрещают видеться с Рюдгаром, который госпитализирован в их больницу. А насладиться 10-й серией турецкого сериала «Дикий» на русском языке вы сможете уже 14 ноября. Всем спасибо за просмотр, до скорой встречи!